Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Продолжаем Call of Duty Vanguard. Могут показаться хвастовством. Каждый раз он излагает эту историю немного по-разному. Добавляя к своему счету то звено Zero, то еще один авианосец. Но я читал доклады о событиях того дня. Если Уэйты преувеличивают, то совсем чуть-чуть. Напоминаю, наша главная задача — уничтожить два японских авианосца. Одним из них займется эскадрилья «Виктор Шугар», вторым — «Виктор Бейкер». Шестая истребительная прикрывает. Повезет с погодой, они и опомниться не успеют. Если победим, весь Тихий океан наш. А теперь ступайте и потопите эти авианосцы. Мало того, что операция сложная, так еще и вся война на кону. Расслабься. Я рожден для таких дел. Ты да, но я-то нет. Vamos, Джексон. Наша птичка отремонтирована. Она уже на полетной палубе. У нее есть имя. Ты назвал самолет? Наш самолет? И мне не сказал? Ты не спрашивал. Думаешь, разведка не ошиблась координатами? Надеюсь. Если выгорит, а нас напишут в учебник. Ха, знаешь, по-моему, в историю мне еще рано. Так что постарайся обойтись без этих своих фокусов. Фокусов? Ну ты скажешь. Эндехо. Знаешь, почему тебя еще не повысили? Ну и почему, умник? Потому, что это не цирк Уэйда Джексона, амиго. Это война. Все хотят победить и вернуться домой. Ты, главное, стряхивай Зеро с хвоста, а я долечу. Эй, придержи подъемник! Давай, Джексон! Поднимай! Как думаешь, сколько медалей нам дадут, если все получится? Одну из них точно назовут в честь меня. Главное, помни, что ты не один. И не нарушай строй, а то оставят тебя без лычек. Этот строй мне только мешает. Что я терплю? Посмотри-ка. Погода вполне летная. Хоть бы не испортилась. Время! Мана Саламаса! Птичка ждет! Джексон, спорим на десятку, что я собью больше. Ну за... давай, не провоцируй! Так, а мы управляем, да, за штурвал. Окей. Проверка связи, Шугар 17. Слышу вас хорошо. СПУ работает. Дали сигнал на предполетную. Руль высоты. Проверил, в норме. Так, Джексон, теперь элероны. Правый в норме. Отлично. Теперь левый. Левый в норме. Теперь запускай двигатель. Постарайся не перегреть. О, как урчит. Вроде нормально. Убавь обороты. Контроль 17. Взлет разрешаю. Ну все, взлетаем. Готов, Матео? Как обычно. Куда я от тебя денусь? Отлично, теперь полный газ. Отпускай тормоза. Зануда ты!
Все бы тебе шуточки, Пендехо. Так ты скажешь, как его назвал? Кого? Самолет. Этот. Тебе все еще интересно? Ну, а о чем еще ты хочешь поговорить? Ха! Ладно, храни свои секреты. Блин. Шогар 10, все. Кто оторвался от строя? Ну, очень тут неудобно, не я тебе могу сказать, мышка. Твою мать! Откуда тут этот чертов Зеро? Наши торпедоносцы атакуют! Истребители далеко. Шокер 17, атакуйте чужие. Работаю. Прикроешь хвост, Эрнандес? Пулемет пустой! Не подпускай их к торпедоносцам! Так а я их, блядь, даже не вижу, где там кто. Сели на хвост, помогите! Придется прыгать! Машина еле держится! Выхожу из боя! Капец, как неудобно, ё-моё. Есть еще кто-то где-то тут? Вот это! Поздравляю, парни, мы их сделали. Парни, зенитка! Флот уже близко! Японский флот под нами. Приготовиться! Майдай, майдай! Прыгаю, парни! Я не управляющий. Бросить бомбу, блядь! Твою мать, давай же! Тяни, тяни! Отлично, 17-й! Мы влезли в осиное гнездо! Дроны летели, придется прорываться! Наверх нельзя, там зенитки собьют! Оставайтесь внизу! Снова запускают Зеро! Черт, сколько же их! Много. У меня на хвосте. Одним меньше. И в этот раз. Твою мать! Не уйдешь. У них подкрепление. Еще цели. Блядь, тут мышка вообще неудобна.
Блин, еще и клавиатура, блядь, не переключилась. Задание, а я, блядь, где? Давай, давай! Внимание на девять! Сели на хвост, помогите! Просто все мимо она. Снова Зеро, их слишком много. Много потерь. Мы не сможем провести бомбардировку. Нужно рискнуть. Контакт на себе. А это что, не заросло? Нас уничтожат, плевать на зенитки, набрать высоту! Виктор Шугар и Виктор Бейкер, соберитесь для второй атаки. Набирай высоту и уходи в облака. Считай, мы уже трупы, да? Не в этот раз. 17-й, всем, у кого есть бомбы, готовьтесь к последней атаке. Э, чего? Набираем высоту и идем на второй заход. Мне кажется, в таких играх не нужны такие миссии. У нас на хвосте! Я хотел бы поиграть, я бы ВЛ-2 там поиграл, не знаю. Они по нам стреляют! Быстрее! Почти оторвались! Тем более, что управление, ну, блин, для меня так это ужас какой-то вообще. Оторвались? Не вижу их. Тише, тише! А, черт! 17-й, тебя зацепили. Все нормально? Порядок. Зеро перед нами. Атакуют! Огонь! Держите строй! Нам нужно прорваться! А хуй, блядь, по кому ты так попадешь? Мы прорываемся. Зеро идут прямо на нас! Набирайте высоту, пока не будем над флотом! Сбейте их! Внизу, заходим на атаку. Идем ко второму авианосцу. У кого бомбы есть? У 18-го есть. Третий есть. У 17-го одна. Еще кто? Ладно,
17 и 18. Мы на вас рассчитываем. Вставайте за нами и готовьтесь. Значит, пойдем ва-банк? Ну, в общем, да. Внимание всем! Прикройте 17-го. Высота! Высотомер в ток! Тогда держись крепче! Я подбит! Прыгаю! Джексон, все на тебе! Спокойнее. Еще пара сотен. Еще чуть-чуть. Почти! Давай, Джексон! Чем героем. И в этом его противоречие. Он один из лучших асов этой войны, но вел себя как одиночка и сам не признавал этого. Убери руки! Привет. Не бросайтесь на меня все сразу. Я в норме. Какая милая дружеская встреча. Вы солгали? Мы считали, что он погиб. Так что отвалите. Неужели? Советую мне лгать. Что вы делаете? Отойдите! Уберите руки! Фразингер, это измена! Измена на самом верху! Фразингер! Вы не дослушали до конца! Не трогайте меня! Фразингер! Что происходит? Гитлер мертв. Когда? Как? Союзники? Если верить докладам, он покончил с собой. О. Без фюрера? Нам конец. Не факт. Вам удалось что-то выяснить? Засал, скотина. Американец был шестым. Но, кажется, я их все-таки сломал. Так больно. Видеть осквернение отчизны. Эти дикари с востока. Нам здесь больше нет места. Чтобы Рейх смог выжить, мне нужен безопасный коридор в Темпергов. Я рассчитывал на вас, Рихтер. Но вы меня подвели. Нет, 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 Гер, нет! Я сделаю все необходимое! Клянусь вам! Времени мало. Понимаю. Майн фюрер. Я его убью. Рихтер крепко насел. Времени мало. Я пытался добыть нам самолет, но не вышло. А когда добрался сюда, вы были уже под замком. Так что
Я одолжил бомбу у русских и сдался властям. Осталось около часа, и стена взорвется, и мы сможем уйти. Если доживем. Тупой летун. Ему нельзя довериться. Тупой ас, ты хотела сказать. Соглашусь с Леди, что ты понимаешь во взрывчатке. А? Ну тогда идите нафиг. Ему все же можно верить. Вот видишь? Уэйд выведет нас отсюда. С документами. Будем ли 1943? Лететь слишком близко к солнцу, в конце концов, обожжешь крылья. Тропа Нума-Нума. Нума-Нума. Блин, мы ранены, походу. Я тебя вытащу, но будет больно. Твою ж. Когда же до тебя дойдет, что нельзя? Эй, эй, Уэйд! Держись, Уэйд! Уэйд, очнись! Нет, не, очнись, очнись! Уэйд! Не, только не сегодня! Только не сегодня! Надо выяснить, где мы. Побудь пока здесь. Подумай о Янкис. Чего? Я фанат Доджерс. Ах ты, сука! Врач из себя так себе. Это вместо спасибо. Дай мне пушку. Свою в аварии посеял. А все ты виноват. И что мне теперь делать? Перевяжи пока раны, а то еще кровью истечешь. И не высовывайся, пока не вернусь. Так, незаметно покинуть место кош... Бля, мне сказали не высовываться. Присядь. Встал ты, побежал.
У меня ни ножа, ни хрена, да? Я не могу его убить, точно. Матео, я уже иду. Идем чисто по кустам, нахрен. Так, найти Матео. Ну, блин, где ты, Матео? Я слышу, что они орут. А это не Матео? Блин, а это... А ко мне туда же идти некуда. А, он спиной ко мне. Я не буду пока стрелять. Так, ага. Блять, откуда-то сзади берутся просто. Я только что там шел, и там никого не было. А тут я стрельнул, и эти там появились. Но. А тут вариантов нету. Тут придется их валить. Вон, видишь, идет обратно. Может, ошибкой было еще то, что я залег. Я двигаться нормально не мог.
Ну, сзади вроде никого нету сейчас. Я понял, что мне Матео надо искать. Отсюда, сука, выбежит. Откуда ты, твою мать, стреляешь? Блин, эти парни тоже говорят, узкоглазые, жесткие были. Там, если к ним в плен попадешь, капец тебе. Лучше не попадать, лучше сдохнуть. Пытали они, конечно, жестко. И на растяжку здесь главное не попасть. Базарят где-то. Просто с такого расстояния ладно. Это что-то стоит или нет? Блин, это птица. Все уши на виду. Уши на виду, да, все уши на виду. Блин, концентрация у него уже что-то начинает, по-моему, быстрее проходить.
Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй. Всем союзникам, кто меня слышит. Это лейтенант Уэйд Джексон. Мне срочно нужна помощь. На этой чертовой скале вообще есть американцы? Блин, у меня цель вообще в другом месте. Давай не будем их палить. Точнее, палить нас, палить по ним. Капец тут как до хрена. Ништяк. Мертвый. Да ты чё, блядь, со всех сторон опять? Откуда вы появляетесь? Тоже поспешил, надо было немножко это. Я на перезарядке еще и раненый, блядь. Типа я помощь-то запросил уже, да? Короче, буду валить всех нахрен. Там ты хуй. Подойдут, интересно, сюда? Нет, дурачки? Или не пойдут?
Причем он не сдох. Блин, вот здесь возможно, да, вот так вот обходишь, они остаются сзади. И потом же они же на тебя и нападут. Да какого? Блин, долго мы-то будем так играть. Там еще какая-то собака. Блин, патронов мало. А тот неубиваемый, что ли? Блин, ну я как минимум два раза в него попал. Oh.
Блин, ну до сюда доходил я уже. Меня это вообще никак не спасло. Так, растяжечку вижу. А, блин. Окей. Да мне в контрольную точечку бы. Тихо, тихо, братан, давай, давай, давай. Не шифтует наши на шифт жму. Там еще. Тут их до хрена опять, да? Этот сдох, нет? Как туда-то мне пройти? Блин, и главное, понимаешь, точку контрольную не дают. Так, 4 гранаты есть. Ну, слава тебе, Господи, блин. Что-то я столько патронов набирал, и ни хрена опять нету.
Матео? Матео. Я сейчас. Матео зверь. А я на помощь вызвал. ниндзя самурай пришел. Такой вообще фу, тоже дурачки. Японцы дебилы. Японский, знаешь, сейчас я по-английски все объясняю. Давай, пацаны, дави их нахер. Вот так вот, это нормально. Они еще живы! Да, что есть, то есть. Освободи. Механик старшина третьего класса Эрнандес. А мрачный тип лейтенант Джексон. Нас тут сбили. Да не за что. Спасибо. Сержант Джеймс Вашингтон. Армия. 93-я пехотная. Ленни, подлатай его. Есть самолеты. Нам надо бегут. Да, в кармане, блин. Спасибо, что хоть патроны дали. Лишняя тяжесть. Только мешает. Я все слышу. Стрелять умеешь? Как и все. Сержант, у нас гости! Давай уже, ну. Ты чё, блин, стоишь? Будешь думать? Управление сейчас у меня. А ты просто пассажир. Так, бойцы, это вот не собой. Идем дальше. Да я стреляю лучше, чем ты. Эрнандес, за мной. Внимание, бойцы! Идти еще долго. Да блин, лучше, чем ящики таскать. Эй, говоришь, ты из 93-й? Никогда такой не слышал. Ты, небось, и негра впервые видишь. Нам тут малость не до игр в недоверие.
О, подразделение для цветных. Ага. Заметишь змею или скалопендру, скажи. Мы ее зажарим и съедим. Стоп. Что-то сильно тихо. Что такое? Ничего. Но когда снайпер подстрелил Томпсона, это было на точно таком же мосту. И как тогда? Надо отвлечь снайперов. Пелфри, готовься. Ужинать буду в раю. Хочешь вызваться? Ну нет. Тогда заткнись и следи за верхушками деревьев. Марш! Дым! Как только дам команду, бегите как Джесси Оуэнс. Что? Пошла! Короче, со всех ног! Марш! Достаточно. Все целы? Я вроде цел. Так, надо добраться до опушки. В траву и ползком. Кто сможет перейти, собирайтесь под деревом. Надоело. Сержант прикажет сожрать сапог, сожру обувь. Блять, откуда вот стрелять, а? Сказал же по траве ползти, тогда не заметят. Хреновенько-то так ползти, ничего не видно. Уже близко. Ищи в кронах. Огонь по тому дереву! Огонь по тому дереву! Вот я лестницу вижу, но собака это по лестнице, что ли, только забиралась или как? Идем! Нахрена эти веревки? Эти придурки привязывают себя к деревьям. Что мы вообще здесь забыли? Нас отправили к 23-й. Захватить эту скалу. Тут недалеко есть японская база. Ее прикрывает скала с туннелями. Наши ребята застряли перед запертой дверью, а мы ключ. Ты вообще о чем? Уэйд, заткнись и делай все, что он скажет. Зачищаем скалу, идем к базе. И как мы? Слушай, а что? Ну ладно, я думаю, может, у него пушка. Громко. Эй, вывалилось. Может, сыграем этим идиотом что-нибудь из Дюка Эллингтона? А ты похож был на китайца. Не
Да кто? Вы что мимо-то прошли, не сожгли? Чёртов остров! Бедняга Лени. Наши обязательства перед страной не прекращаются, пока мы живы. Лени бы так не сказал. Джон Адамс. Значит, надо отдать пушку Лени Джону Адамсу. Пусть помогает. Сделаем, что сможем. Не дайте нас угробить. Этого хватит. Брат в Европе воюет. Если мама лишится обоих сыновей из-за немцев и японцев, тогда Гитлер, бойся, мамаша Говард. У меня патронов, ма. Я думал, я пистолет на этот автомат поменял, а я поменял. Твою же мать! Винтовку. Издеваешься, да? Совсем того? Гибл, Пелфри, Эрнандес, за мной. Понял. Говард, ты наш дракон. Когда пройдем за колючку, они откроют огонь. Твоя задача — прижать этих гадов. Есть, сержант. Так, на пару слов. Ага. Поможешь Говарду перебраться. Дальше, на той стороне, ты его прикроешь. Патронов все давай. Ясно? Слушай, будь я наверху, я б вам помог. А так... Неохота помирать мордой в грязь. Сам виноват, что тебя сбили. Самоубийство и жертва не одно и то же. Запомни, парень. Не шуметь, ребята. Говард, Джексон, налево. Остальные за мной. Нет, без патронов мне тут делать не... Нехту. Джексон, помоги! Пора тебе испачкать руки. Ты первый. Летуна. Твою мать! Могу взять! Я быстро учусь! Тяжелая штука! И горячая! Пора сбить еще! Ладно. Вот это такой. Подожди, ну, блин, надо понимать, во-первых, расстояние, на которое он бьет этот огнемет. Тут еще и перезарядка у него есть. Я думал, пока газ не кончится. Блиндаж! Джексон, зайди с блиндажом! Мы прикрываем! Вперед!
А дальше куда? Блин, я и думаю, тут же где-то была это. А, ну она там, наверное. Ладно, пошли. Зачистить хребет. Угу. Блин, сидит, смотрит. По кому стрелял, падла? Откуда он стреляет, я вообще не вижу. А что с пушкой надо сделать? Это не мне он сказал. Какой-то тут, блядь, происходит вообще. Ни хера не видно. Ну что такое, 10? Входим! Марш, марш! Оружие к бою! Займись пушкой! Делаю, сэр!
Мне бы боеприпасы, тогда бы можно было о чем-то разговаривать. Пока сюда! Что ты тут прячешься? Блин, тут нигде нельзя взять ничего. Да ладно, ты гонишь. До этого как 10 было, так и осталось огнемет. Джексон, последняя пушка твоя! Пехота противника! Нахер мне тогда нужен этот огнемет? Это приглашение не для них, а для остальных наших. Прям по графику. Лейтенант, взгляни-ка на это. А вот и наши. Они справятся? Проверь ангар. Возле радиовышки. Бомбардировщик Вэлл. Пилоты есть? Это и был твой план. Мои парни возьмут базу. Задержат японцев. Но с поддержкой с воздуха было бы куда проще. Согласен. Мне, сержант. Я ждал этих слов. Спускаемся. Ты умеешь его сажать? Когда мне это мешало? Идем! Встречаемся с танками! Идите по склону! Да ёп... Так подожди, ты меня прикрываешь или какого хера ты мне даешь команду бежать по склону? Идем, встречаемся с танками! Противника!
по склону! По-моему, можно идти. Блять, их еще тут куча целая. Идем, встречаемся с танками. Идите по склону. А чё мне закрыли дверь? Там у меня, блин, гранаты были еще. О, по камню, куда? Да ёп! Я второй раз случайно нажал. Это наши или нет? Какого хера не подсвечивается?
Они так и будут бежать. Не, они так и будут, короче, бежать. Так, а нам надо танком, что? Пошли. Блин, это зря. Это я зря. Да. Уже просто я бежал, понимал, что уже все. Так, ну ладно. Там же точка была контрольная. Опять то же самое. Сильно много их и дофига в перемешку с нашими. Ах, хрен поймешь, короче. Так, нам куда надо-то? Нам надо вон туда. Вот видишь, он в какой форме. Точка есть. Я попробую тут пройти. До ангара. А,
залезай в кабину! Мы выкатим вас из ангара! Держи! Прикроешь, пока мы вас толкаем! Дайте нам полосу! С остальным разберемся! Навалились! Толкай! Шевели ногами! Джексон, прикрывай нас! Я не вижу самолет. Давай, стреляй, Уэйн! Цели слева! Еще цели! Еще чуть-чуть! Покажи, на что способен. Так, посмотрим. Полосы хватит? А, плюс-минус. Знал, что ты это скажешь. От винта. Бойцы 93-й изменили Уэйда. Показали сорвиголове, привыкшему смотреть на мир из-под облаков, всю грязь войны. И в этой грязи он понял, что побеждать можно только вместе, прикрывая друг друга. Чтобы понять, каков Уэйд Джексон на самом деле, нужно отвлечься от его слов и посмотреть на его дела. Плевать, что он делал. Уэйд бросил нас в Гамбурге. Я ему не верю. Понимаю. Но в это дерьмо мы вляпались не из-за него. А из-за того, что какие-то ганцы пытались сломать лучшую из возможных команд. Так. Надо составить план побега. Да там же немцев полно. Даже если мы вырвемся, нас прикончат еще до двери. Но не факт. Есть идея. Мы устроили Рихтеру спектакль. Риск был большой, но нам позарез были нужны документы. Полину вызвали следующей, и она выиграла для нас время. Мы знали, она не подведет. Рад видеть, фройлен. Прошу. Прошу. Именно так я и представляла себе твой скромный кабинетик. Так. Что планирует ваш отряд? Леди Соловей. Сталинград. Город, остановивший наступление Рейха на восток. Если бы он пал, СССР был бы обречен.
Но немцы недооценили железную волю русских. Недооценили город и его защитников, для которых Полина стала символом надежды. Но сама она не хотела славы. Она хотела только мести. Третий рейх высокомерно решил добиться того, чего не смог сам великий Наполеон. Возможно, если бы там не было таких героев, как Леди Соловей. Сюда. По нашим данным, Штайнер засел где-то в этом районе. Неудивительно. Где бойня, там и он. Сволочь. Идем. Нет, погоди. Надо хотя бы проверить, кто это. Сообщить родным. Чу. Снайперский выстрел. В цель. Ты думаешь, они может еще... быть. Ладно. Вон там еще укрытие. Идем. Так. Но про Леди Соловей в следующем ролике. А на этом это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.